Добрый вечер. Во-первых, живу первый раз последних 5 месяцев, да, когда я пришел в мозг. А что сказать? Играли, я думаю, очень хорошо. У нас было много-много моментов. Думаю, что можем гордиться с игрой. Но нормально несчастлив по результату. Не забрали очко сегодня вечером. Все другое было как надо. Отношение к игре, мотивация, тактическая дисциплина. И самое важное, как brave по-русски. Brave. Храбрость. Храбрость на поле и уверенность в свои качества. Так хочу тоже поблагодарить болельщикам. Это была очень хорошая атмосфера сегодня, позитивная на стадион. И когда такая атмосфера на стадион, смотрели, как игроки, у них энергия на 100%, и когда трибуны за спину им. Жал, большой жал. Я перед игром сказал, что мне очень интересно, не мне, мы подготовили игру, но сказал, что будет очень интересно посмотреть, как одна русская команда, это сегодня была Локомотив, будет играла против лучшей команды на весь мир. И еще раз думаю, что можем гордиться всем, чем результатом. Жал, что не хватало очки сегодня. Скажите, что вы говорили футболистам перед матчем, что они с таким настроем, с такой храбростью вышли действительно драться? Как настраивали, что сказали? Мне надо особенно настраивать команду против Баварии. Надо подготовить команду тактически, играть и уверить их в их качество. Так, как и сказал, мы храбро пришли на поле, хотели играть. Первые 20-25 минут, так можно быть, там было и чуть-чуть больше уважения, чем надо на футбол. А потом начали делать свою работу. Сделали много моментов, и то 100% моментов. И, как сказал, только проиграли моментов, должны забивать. У меня жал сегодня вечером, поэтому что впечатление не так важно для меня. Для меня важен результат. И я хотел, чтобы мы бить с лучшим командом так, как и сработали на поле. Но только не хватало закончивать там завершение. Так, молодцы всем, чем результат. Удавалось раз за разом находить свободное пространство за спинами защитников Баварии, закидывать мяч им за спину, пользуясь тем, что соперник высоко оборонялся. Это была часть вашего плана или это ситуативно было? Там в центре поля есть одно слово на Лиге чемпионов, это слово «респект», «уважение». У меня всегда уважение. Мы сегодня играли против Баварии, чемпиона Европы. И после игры я никогда, это не мой стиль, чтобы я говорил, да, мы подготовили так команду, мы все смотрели. Все, что я должен был сказать, я сказал перед игрой. Так, если вы думаете, это так случилось сегодня, можно быть и так. А можно быть и мы подготовили это. Так, как у вас впечатление, так напишите. А я никогда не буду говорить так, да, мы супер тактически все подготовили, поэтому что там в центре поля есть очень важное слово футбол. Уважение, респект. И нормально поздравляю Баварию с 3 очка, я забил. Нохма, еще раз, пожалуйста. Поздравляем Баварию с 3 очками.